Всем привет! Сегодня полдня впустую. То пилы меняли, то цепь чинили. Но главный инсайт этого дня — я насчет пацана сильно заблуждался. Он просто мечта Германа Грефа. У него хорошие навыки управления карой, работы со станком и никаких знаний. Впрочем, это было очевидно с первого дня нашего знакомства. Я просто не придал этому значения. Чему именно я не придал значения? Он не смог назвать ни дня, ни месяца, ни года, когда свершилась Великая социалистическая Октябрьская революция. Сегодня я пытался ему объяснить, что стрелять по чурбанам — это мечта фашиста. Пытался ему объяснить, что такое идеология фашизма и тому подобное. Но тут же одним предложением не отделаешься. А в его тефлоновый мозг больше не помещается. Поэтому сегодня все совсем уныло. До новых встреч!